Команда вышла из отпуска, все в хорошем настроении. Традиционно после отпуска мы проводим медицинский осмотр команды. У нас есть несколько травмированных футболистов, которые в отпуске продолжали работать, тренироваться под присмотром физиотерапевтов и тренеров. Это Богдан Корюкин, Бальде, и была плановая проведена операция Роме Бугаеву по поводу менискоктомии, удаления мениска. Сейчас тоже проходит реабилитацию. То есть эти ребята тренируются по индивидуальной программе. Кроме Бальде, все вылетают на учебно-тренировочный сбор. Бальде будет проходить реабилитацию в Испании под присмотром физиотерапевта и, скорее всего, к концу сборов присоединится к нам. Обычно во время сборов на медицинский штаб ложится дополнительная нагрузка, так как тренировки идут в двухразовом режиме в день. Естественно, возрастает количество травм, усталость, и, естественно, надо больше делать и массажи, и дополнительно медицинских обследований. Но мы к этому готовы, мы все отдохнули и ждем работы. Хочется всегда тренироваться, хочется после долгой, можно сказать, паузы, месяц, со всеми увидеться, может, новые ребята еще подъедут. Хорошее поле, хорошее настроение, хорошая погода, так что в бой. Настроение отличное, соскучился уже по тренировкам, по рабочему процессу. Вот. Сейчас нужно хорошо подготовиться к сезону и, надеюсь, мы удачно выступим. Первый сбор он всегда тяжелый, поэтому у нас выбора нет. Придется работать и закладывать фундамент на сезон. Соскучились друг по другу, по мячу, по работе, поэтому с хорошим настроением приступили к подготовке. Надеюсь, хорошо подготовимся и будем радовать болельщиков, которые сегодня пришли. Спасибо им большое.